Здравия желаю. Вот сейчас уже похолодало. Запустил опять на проверку систему. Здесь горячая. Видите, трубки, значит, 28 трубок. В общей сложности получается где-то 6 метров. Это все горячее. Плюс компрессор вот тоже греет горячий. То есть где-то 70-80 градусов это все, трубки и компрессор. То есть система годится. Сейчас посмотрим температуру. Температура 25 градусов. А за окном холодно. Поэтому система работает. А, что еще? Поставил вентилятор. Для чего? Чтобы не спалить компрессор. Вот этот вентилятор. И заодно он здесь маленько это гоняет. То есть тепло вот здесь вот даже тепло чувствуется. То есть система имеет по нагреву, она как двухкиловаттная. Поставьте двухкиловаттную печку сюда, то же самое будет. Заводскую, как и это. Поэтому применять можно. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.